Кто тут ходит? А, вот. Свинка тут ходит. Так. В общем, всем привет еще раз. Это обзор сервера. Вот так вот называется. Хамстер. Сегодня мне на стримчике там предложили его посмотреть. Сервер PvE-шный, потому что, ну, так как мы в любом случае планируем на каком-то серваке играть, я решил, а почему бы, собственно говоря, и нет, да? В общем, посмотрим, что из этого получится. Обзор будет без монтажа, в общем, все как будет, все что будет. Вы это увидите в видосе. Так, а я свинью смогу? А даже если свинью сейчас голыми руками завалю, то что? То что? Ну, я могу сказать, то ничего, да? Что касаемо одежды, у нас есть курточка. Танишки и кроссовки, да? Ну, по слотам, в принципе, по слотам, что? Что? Все стандартно. Так, что за карта? Тут есть, кстати, карта. Так, карта, это, кстати, карта другая. То есть здесь есть острова, на которые надо плавать, да? Скорее всего, там, наверное, будут какие-то телепорты, может быть, еще что-то. Это не Чернорусь, то есть есть полярная какая-то карта. Приближается, уменьшается, все стандартно. Куда здесь бежать, я не знаю. Так, есть маркер, да? То есть мы вот здесь, а что? Так, есть... Так, давай побежим. Так, тут есть вода и это. Давай вот сюда мы побежим. Ну, типа я маркер поставил. А есть вот эта штука у нас? Так, типа... Бля, я вроде как читал, должно быть типа пати. Так, есть чат какой. Глобальный и обычный, да, то есть есть. Окей, а почему тогда я не могу посмотреть игроков онлайн? Сколько? Ну, это до пизды, конечно. Говонище, блядь. Ты-то шараёбишься тут. Вот что, жопа жирная, блядь. Так, стамина расходуется. Вопрос еще будет в том, минусуется она или нет. Вот этот домик бесхозный. Проверим прочность зомби. То есть я посмотрел здесь некоторые моды. Здесь да, какая-то есть стройка довольно. Ну, стройка, сказать, довольно, хотел сказать, довольно. То есть разнообразные какие-то двери можно строить. Что тут можно строить еще, не знаю. Мне нужно будет найти хотя какие-нибудь строительные инструменты. Слушай, ну я вот зашел в домик, и первый раз я вижу такой домик, в котором нету вообще ничего. Вот в этот домик, когда ты обычно забегаешь, вот здесь вот, блядь, хоть какая-то тряпочка, хоть что-то, ну лежит. Но тут я что-то ничего не вижу. Это, возможно, какой-то уровень сложности определенный. Это предстоит узнать. О, база у меня тут показывается, что типа у меня тут база есть. Вот смотри, второй похожий домик. Давай посмотрим, как нам здесь что повезет. Что-то на меня кашлюн напал. Хер его знает. А как повезет здесь? Может, слушай, а может... здесь, блядь, мод лута забыли включить? Или здесь такое количество людей, что я прям это... То прям тут уже все облутали, облизали, вылезали. До рестарта здесь еще 2 часа. Ну, я, наверное, до рестарта посмотрю, как мне... Сейчас загадывать не буду, посмотрю, как до рестарта пойдет. Ну, если здесь я ничего не найду, я не удивлюсь, потому что здесь как бы редко что-то находится, да? Вот. Ну, конкретно в одном домике. Но во всем этом лагере я что-то да должен найти. Ну, по идее. Кстати, я, знаешь, что не могу найти? Я не могу еще и зомби найти, между прочим. Знаете что? Обычно в таких лагерьках зомбаки шарахаются. Так, я вижу три теплицы. Три теплицы, в которых лист табака, по-моему, лежит. И семена, да? Семена конопли. А, нет, это чипсы. Ну, давай чипсы хоть пожрем, ебать. А, это не лист табака. Это не лист табака. Это вообще нихуя. Ну, сразу
Если я хочу сразу предупредить, короче, будет много тут, скорее всего, нецензурной, ненормативной какой-то лексики. Поэтому... О, водичка, квасок. Ну, можно сразу это. Если вы противники этого, то лучше сразу опать видосик. Видосик этот опать и не смотреть. Дабы не причинять своей психике и своим слуховым аппаратам какой-либо вред. А, пока что я не вижу лута здесь, смотри. Вот пока что я здесь лута не вижу. И это, если честно, как-то странно. Это как-то странно. Но. Смотри, я пробежал два дома, лагерь этот. Я нашел чипсы, как этот. О, вот здесь я, кстати, могу водички налить. Я обычно всегда привык, что это. Четыре слота изначально у меня есть. У меня есть четыре слота изначально, но тут четырех слотов нету. Ну, в любом случае, карта новая. В любом случае, это новая карта. Это, кстати, ну, я не знаю, бутылку нахуй нам не надо. А вот тряпку хотя бы давай на быстрый слот поставим. А бутылку. Новая карта. Все равно хоть что-то как бы от Черноруси отличающееся. Оба-на, нихуя себе, я еще вот. Как, подожди, а 100? Так, 187 на 250. А, здесь вот, как, смотри, сделано. Прикольно, кстати, прикольно. Не как шкала, знаешь, там уменьшается, а здесь количество. Подожди, а здесь что, получается, хлопушка можно будет состыковать, что ли? Ой, как быстро все закончилось. Так, а что здесь? Машинки, да? Не закрыть могу. О, смотри, там какая-то беда, по-моему, с этой стороны, да? А, не, это сиденье под обалдеть. Слушай, мне кажется, или кто-то тут рядом поблизости шарахается. Слушай, я ж могу теперь пойти ту свинью завалить. Если, конечно, я ее найду. Если, конечно, я ее найду, я завалю ту свинью на мясо. Хотя с мяса... Ну-ка так, насчет удочки крючков давай посмотрим, что тут. О, смотри, фальшфейер. О, ну, фальшфейер это на любом сервере. Фальшфейеров это прям... Это новая интересная конструкция. Ну, это, скорее всего, какой-то остров охотник. Для охоты, наверное, что-то создано, какая-то карта. Там для охоты, для рыбалки. Слушай, ну, если честно, меня беспокоит, что я сейчас не... Как бы зомбаков пока не вижу. Как бы потом, знаешь, мне казалось так, что таблетки с кадеином. Ну, кстати, да, почему бы нет? Почему бы таблетки с кадеином не положить в лодку? Не положить в лодку, которая наполовину утопленная. Смотри, а там вон шляпа лежит, да? Шляпа под крючок лежит. Ну, это мне. Так, сюда нет. А там вон еще какая-то лодка утопленная. Ну, возможно, количество людей я смогу понять. Ну, во-первых, зайдя на канал Дискорда, пока я этого не хочу делать. Пока я этого не хочу делать. Слушай, вот это вот звуки вот эти, так, с задержкой, с опозданием. Лады, пошли дальше. А, тут же стамина заканчивается, кстати. Так, куда идти-то, чтобы нам не... Ну, давай вот это. Океанвиль. Молвиль. Слушай, мне кажется, это какая-то вообще вымышленная вообще. Если на Черноруссии там хоть названия какие-то такие, блин, это знаешь, более-менее. А тут как она называется? Это Океанвиль, это Смолвиль, это Кэмп Пир, ну это лагерь медведи, понятно, это Смолвиль. Маленький город какой-то. Это вообще без названия, это Кэмп Кэтч какой-то. Что-то половины названий нету, я не понимаю, что это, про что вообще, о чем это вообще.
Ну ладно, у меня уже есть нож, поэтому что, я теперь уже могу и на медведя тут идти, да, с нож, таким ножом. Смотри-ка, дверь открыта, походу кто-то еще тут утается. Смотри, джинсовые шорты на 20 слов. А, нет, не канает. Смотри, я первые шмотки начинал находить. Я начинаю находить первые шмотки. И чё? И чё? Ну да, кстати, наверное, такой же вопрос у вас будет возникать. И чё? Что ты начинаешь? Блин, а тут... Слушай, тут же, наверное, военных лагерей-то нету, да? О! Еда, кстати, еда, пайка. Тут, наверное, нету военных лагерей. Так, вот там, кстати, есть курица. Да, блядь, жи давай. Я слыхал ее. Курицу-то мне есть чем мочить. О, батарейка, кстати. О, значит, фонарика нет. У меня есть батарейка. Смогу ли я курицу сейчас с ножа забрать? А, мне, кстати, знаешь, что тут сказали? Что здесь эти бодаются здесь. Здесь бодаются, типа коровы. Че, серьезно? Ну, я в рукопашку. Так. Обыскать. А, вот, подожди, какой. А, вот, смотри-ка, тут оказывается какой-то навык, да, у меня есть. А рыбной ловли. О, шапку-ушанку я у тебя возьму, чувак. Спасибо, что, можно сказать, практически мне в руки ее принес. Подожди, я добежал. Нет, это не та. А куда я вообще прибежал? А, тут, короче, какие-то есть поселения везде, 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 которые... Короче, домов тут дохерища, я так понимаю. Дохерища домов. Кулаками зомби лупить можно. Блять. Давай, чепуха, сюда иди. А, не, я хочу, кстати, это вот что я хочу. Сюда иди. Смотри-ка, можно снять. А, то есть пока я вот так, смотри, я его не обыщу, то есть меню недоступно. Тоже довольно интересно. Ну, необычно, по крайней мере, с этим я еще с такой механикой не сталкивался. Смотри-ка. Подожди, а это что, то есть на фул все время, что ли? Так, ну, еще один нож. А, это уже хорошо. Так, погодь, погодь, погодь. Я мог разделать курицу и помыть руки. Я забыл, где здесь колонка. Я забыл, где колонка здесь находится. В этом доме. Подожди, или я в этом доме этого зомби похоронил? Я малость это по... Брюки капри. Еще и розовые. Мне и туда хотится. А, ну это походу направление, которое мне надо, кстати, да. Трейд-зона. Трейд 4.8 тут. Трейд-зона здесь. А, бля, у меня аж два маркера стоит. Надо один скинуть, чтобы я не путался. То я и туда, и сюда ношусь, типа. По крайней мере, интересно, что карта как бы новенькая, необычненькая. Ну, лут скудный. Серьезно, это как бы, я не знаю, там, если... Лут скудный. Хотя, возможно, ребят, вы как бы на таких серваках-то и играете, что лута там, блядь, хер найдешь. Хер найдешь лут. Для меня это непривычно. Привычно. Смотри, тут полоска.
Хлопья. Хлопья идут с цифрами. Это идет. Или так задумано? Или так задумано? Так, ладно, флаг я нашел, смотри. Давай возьму флаг. Уж на тряпке тебя пущу. Ага, типа базу построю, да? На каких-то серваках флаги ценятся, на каких-то... Просто интересно, ну реально тут... Какие-то военные объекты есть? Военные базы, еще что-то. Или же... Нету здесь ничего такого. Оружие тут я смотрел, какое такое, кстати, должно там прям сочное быть. Ну, я не знаю, все ли это оружие, которое я там посмотрел, или это дополнительно. Ну, пока что я нашел только ножики и колючая проволока, понял? Не знаю, зачем, давай возьмем. Я же все равно, может быть... А, я же до трейдера-то добегу все равно, да? Я же добегу до трейдера. Мне же все равно надо будет посмотреть, что там у трейдера. Какие расценки. Какая там ценовая политика. А, смотри, по-моему, есть перегруз. Я вот сейчас уже взял, смотри, какое небольшое количество вещей. У меня уже стаминочка отнялась. Перегруз на серве есть. Ну, нет, это как бы не в упор, это расход стамины, перегруз. То есть мы и сейчас на серваке играем, на котором перегруз, на котором идет расход стамины. Это похоже на пожарку по своей, типа, по своему строению там. А, или там больничка, короче. Хе-хе-хе-хе. Хо-хоспиталь. Хо-хо-хоспиталь там. Хо-хо-хоспиталь. Так, ну я сейчас пытаюсь найти... Огнестрельное оружие какое-нибудь. Типа пытаюсь найти огнестрельное оружие. Давай денем. Че, он пока лишним не будет? Может, вдруг тут какая зараза есть, какая-то еще химоза. Когда первый раз с сервером знакомишься, вообще такой смелый, везде носишься, все смотришь, то есть ты просто не знаешь, что тебя ждет и где там, поэтому, ну, ты не знаешь, какая здесь вообще есть опасность, угроза, что здесь есть. И ты такой прям смелый, везде носишься. А если столкнемся с какой-нибудь трешатиной, я думаю, нам тут потом это будет... Не буду я таким прям... Бездумно носящимся. Же я здесь был, да, что ли? Четыре. Блин, что-то кашель это забивает. Что это такое? А, это как бы по... А, ну да, это пожарка. Я, в принципе, был прав. Жарко, я был прав. О, я что-то пожарного на 24. Серьезно?
А, они же на 24 дашные пожарные. Куртка пожарного хорошо. Хорошо вмещает в себя. Так, а топора нету тут. Это не топор. Давай посмотрим, что может тут я наверху. Ну-ка, что-нибудь я найду наверху тут. Это что, глушитель? Нет. Так, you are playing over Hamster PvE сервер. Вы играете на сервере Hamster PvE. Hamster. Hamster, я играю на сервере. Я играю на сервере Hamster, я. Вторых, что пожарного нашел. А хочу найти топор. А хочу найти топор. Пожарного. Хочу найти пожарного топор. В принципе, топор пожарного, он не всегда спавнится вообще там, да? Вот поэтому как бы, ну, не нашел, ничего страшного. Зомби. Зомби не сильно агрессивный, насколько я понял. Если, в принципе, их не провоцировать, то и они не будут тебя провоцировать. Штаны санитара. О, это витаминки пригодятся, кстати. Уже место заканчивается. Так, это что такое? Хамстер. О! На 72. Обалдеть, а что такое? Вот это вот. А, у них степень износа 95 показывает. А это 100. Ну, давай. Обалдеть, ничего себе. 72-то это. Мы уже, считай. Уже, блядь, не лох чилийский. Только какого ч... Хотел сказать, члена, да, ты лежишь. Но все равно сказал. Лежишь. Ох. Хирургические перчатки. Все. Иди сюда, петушочек. Петушочек. Короче, здесь я забыл. Тут, короче, так не работает. Надо наоборот. Пищу надо соединять. Пищу надо соединять с этими. Нельзя почему-то объединить инструмент с... Это куриное перо. Сотни из них, вероятно, сделают удобную подушку. Из одной из них получится красивая стрелка. О, блядь. Различные, сложно понять, кому они принадлежат. Это что такое? И один стейк. О, прикольно. На один стейк. Ладно, давай выйдем сюда. Низкое утепление у меня лучше. А у меня лучшее утепление. У меня кроссовки Adidas. Что может быть теплее кроссовок Adidas? Ничего. Поняли? Ничего. Кроссовки Adidas самые теплые. Кроссовки в Days. Самые теплые кроссовки в Days. Это кроссовки Adidas. Слышу, там еще типа рекает. Ну, как бы по-серьезки, вот что бы я, знаете, сделал, как бы, когда ты играешь на серваке, обычно на новом открывшемся каком-то серваке, да, в частности, ну-ка. Стелс работает, нет? Блять, она меня что, запалила, что ли? Серьезно, она меня запалила?
То есть вот так вот по-быстрому, например, там оп-оп, не получится. Как оп-оп, табнул и посмотрел, а есть еще тряпка снова, тряпка. Мысль продолжу, что приходишь на новый сервак, на котором как бы народу-то немного, да? Ты, в принципе, лута-то находишь до хера. А я дверь нашел, поняли? Ё, твою медь. Смотри, я нашел на туазика багажника дверь. Вот это да. И что? Так, ну, я не вижу уазика тут, поэтому думаю, смысла... Вот, чё, но дверь я брать точно не буду. Ко мне там подруга, тем более, еще бежит. Она соскучилась. Ну, извини, расстались мы херово. Чуть ей надо перестало. Не в моем вкусе, все. 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 Любовь прошла, завяли помидоры, иди нахер, короче. Все, она меня потеряла, да? Как бы... Слушай, а слотов-то у меня как бы больше-то и не прибавилось под инвентарь. Вроде штанишки я покруче нашел там, да? Побольше. Слушай, она не отстает. Ёптать, какие устойчивые это женщины. Сюда иди. Ну иди сюда, Ивет. Не хочешь? Да иди отсюда. Слушай, ну она вроде как бы и не тошечки, и не хуешечки. Сейчас подожди, я тут. Я посмотрю. Честно, туповато как. Подожди, мне надо рюкзак же. Слушай, мне же рюкзак надо хотя бы отжать, попытаться. Мне надо попытаться хотя бы... Что мне кажется, ли он стал быстрее обыскивать? А, я его уничтожил. Не знаю, как-то по луту, конечно, уже темнеет. Сейчас еще темень-то, наверное, будет капец какая конкретно капитальная. Я не знаю, это, наверное, уже... На данный моменте я бы уже, наверное, что-нибудь нашел. На изолейшене я что-нибудь нашел уже. Вот я что-нибудь нашел бы, конечно. Тут как-то... Ну я могу сказать точно, сейчас мне до трейдера бежать. Мне до трейдера бежать. Вот, это, во-первых, главная мысль, что мне до трейдера бежать. Арбалет. Вопрос закрыт. Я прям. Ну. Болты. Ну, болты, наверное, скорее всего, делать нельзя, да? Крафтить. Тут, ну, либо металл должен быть какой-то, или гвозди там, что-то знаю. Скорее всего, болты крафтить нельзя. Это как патроны для оружия.
Сейчас я бегу. Трейд. Кэмп. Скажи, а где трейд вообще? А, это вот. Это мне сейчас через острова надо бежать. То есть, понимаете? В чем тут? Еще интересно. Мне надо через острова будет бежать. То есть, я не просто... Я не просто... Чувство, что стамина довольно быстро заканчивается. Довольно быстро заканчивается стамина. Мне направление надо указать. Сюда, типа. А, тут. Так я не в то направление еще и побежал. Это маркерами пользовался. Карта тем более незнакомая. Я на знакомых такая. Теряюсь. Они не знакомы. И подавно. Блин, ну против волков голыми руками я хер отмахаюсь. Раз тут типа коровы отпор дают, бодаются. То уж что говорить о хищных животных. Что уж говорить о хищных животных. Основа рыбалки, часть вторая. Читать. Чего не понимаю. Понятно. Мне нужна основа рыбалки, часть первая, значит, да? Наверное. Ну это логично. С конца, как обычно, да, прочитать. Да, пусть у меня труба будет это. Это мухи, это мухи тут или кто жужжит, вот эти вот такие, это вот они вот такой, вот такие звуки типа издают, что как будто рядом кто-то шарахается. Шапка-ушанка у меня есть. Так, типа. О, топорик есть теперь. Все, огонь. Так, теперь если топорик мы меняем. А, ну-ка, стоп. Знаешь, что я сейчас? Топорик с трубой нельзя объединить, да? А трубу с топориком? Можно ли объединить трубу с топ? Тоже нельзя. Я думал этот сделать. Как на тенементе есть этот, блядь, там. Сервачок. Ой, не сервачок, а это. Там можно объединить трубу с топором, и получается там, там самодельный дробовик. Я подумал, а можно ли здесь такое же сделать? Нет, нельзя. Да, я сейчас вроде как бы взор делаю на... Но я просто сравниваю с тем, что... Я просто сравниваю с тем, с чем сталкивался с серваками. И так как сейчас я играю на другом серваке... А это лишь типа я выбираю, поэтому я сравниваю. Я сравниваю. Как бы не в том плане, что это лучше, там что это что-то хуже, как-то, да. То есть я просто смотрю, что здесь есть. И выражаю сугубо свою индивидуальную точку зрения. Да, что типа мне это нравится, там, либо мне это не нравится, и все. И эта точка зрения с вашей не обязана совпадать.
Все нормально так. Челика, блядь, повешали. Ядрит, Мадрид. Тебя можно обыскать? То есть, короче, с тобой взаимодействовать нельзя. Я думал, тебя может как-то спустить можно. Мне бы болт найти, знаешь, что-то. Оружие-то я нашел, да? А, такое, типа, ну, вроде как, ну, и не огнестрельное, но дальнобойное хотя бы, да? То есть, на дистанции можно. Так, стоп, стоп, стоп. А знаешь, что я хочу, кстати? Что я хочу? Прицел, да, можно у тебя прицел вешать. Хорошо. Тебя можно вешать прицел. Ну это госпиталь какой-то здоровый. Да на нахуй, сучара. Стопорика. Че, успею я ее обыскать? Стрелку, да, какой? Что был за звук такой? Заразился чем-то. Набор для сбора крови. Это типа что-то из лекарств. Ну давай возьмем. О, дезинфицирующий спрей есть, кстати. Хорошо. Так, мне бы бинтик найти. А, блядь, тут я по этому побежал. Здесь же должен быть старт вход, по сути. Нету, да? Старт входа. Непонятно почему. Старт входа. А, пустые бутыльки. Чтобы в них. Я тут видос записываю, пиздец, блядь. А мне тут звонят какие-то. Слушай, ну вот такие вот штуки. Пуловые, кстати, пуловые. Довольно так приятненько. Что они пуловые, конечно. Конвой остановился около места засекречено. Ах ты ж, ёпты! А как? Подожди, может быть... Как так, блядь? Конвой остановился. Ну, я в любом случае с топором на конвой не пойду. Ну, что вы не говорите, то есть, ну, с топором... А что вы скажете, да? То есть, ну, в комментариях, там, может, что-то писать будете, что-то узнать. Скажете, фу, ты там... Сыкло там, да, с топором на конвой не пошел. Как так вообще можно? Да, типа, думали, ты с топором пойдешь на конвой, а ты... Ты даже фонарика найти не можешь. Так, ну теперь у меня есть дезинфицирую, ну ладно, я тряпка дезинфицирую. Я думаю, механика костра и жарки всего, она стандартная. Мне сейчас интересно понять, сколько будет длиться ночь. Сейчас я тут этому... Подожди, где тут этот... Хер, который хотел со мной порамсить. Ты, блядь, хотел тут. Ходишь, сучара, блядь. Крепишь, сука. Или кто? Кто? Где? Кто, блядь, где? Двое на одного? Вы чё, херели? Мужики, валите на. На, на. На. Ебать, 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 ебать. Быканул, быканул. У меня не вырубили, смотри-ка. Не, ну это нормально, в принципе, что они вдвоем меня вырубили. А, меня удивляет, почему они мне кровотечение до сих пор не повешали. Вот это вот. Вот это, конечно, интересно. Потому что должны уже были и кровотечение мне понавешать. Но тут кровотечение мне никто не понавешал. Давай уже очнемся. Может и понавешали, хер его знает.
А, там же в этом, он в жилете противоударном. Подожди, а может я уже сдох просто? А нет, смотри-ка, я не сдох. Здорово. Здорово, ты живой? Да, живой. А, блядь, живой. Инфекцию какую-то подхватил. Ты канистр с бензином здесь нигде не мог? Не, вообще Пойдем не видел. бензин. Слушай, а у тебя это тетрика случайно нету? Ты что-то, походу, я клякса подхватил. Сейчас там зомбарями бился. Да, сейчас вот клякса появилась. Думал это обработать, не получается дезинфекцией. О. Держи. Да. Так, калибр. Ой. Слушай, я не вижу ничего, где тут она лежит? На полу что? А ты можешь сам меня это жахнуть? Попробуй сам. Что, не взаимодействует, да, он? Да, блин. Да, только что было что-то. Не, я знаю, что проверить пульс, короче, появляется. Погоди. Да, сейчас, секунду. Погоди, только что была иконка эта грёба. Погоди, а вот так вот ты не увидишь сейчас, секунду. У меня на Сновку полу видно? почему-то не отражается то, что лежит. Нет? Я не вижу того, Херово, что да. на полу лежит, понимаешь, это не отражается. Это, то есть как ты не видно? Я Через тап ты через видишь тап. шмот? Нет, я через тап не вижу. Может, надо просто перезайти, может, мне что забаговалось, хер его знает. Попробуй перезайти, да, Сейчас попробуй. попробую. Потому что шмотка прям вот черная шмотка, вот она лежит прямо перед тобой. Вот это довольно же интересно. Не удалось соединиться, ну понятно. Блять, тетриком. О, теперь появилось. Вот. Ну, забирай тогда вместе, Саша. Вот ты, отсюда. А, ну спасибо. Тебе так нужно, что? Да не, я это знакомлюсь просто с сервером. Посмотрю, как что. А, подожди, Да. это штаны. У меня такие штаны тоже на 72 слота. Как бы это уже мне лишний будут. Шприц. Есть куртка, майка точнее на 72. Надо? О, майку, если да, что благодарен буду. Уголь не надо, и консервы у меня тоже. Ну, жратва, по жратве у меня все нормально. Ну, антитела забери, батарейку. Да, вот это вот я забрал. За это вот спасибо. Ножик нужен? Не, ножи есть, топор есть, ножи есть, витаминки есть, для средства. То есть, как бы основное все есть. Сейчас только этот тетрик сработает, если. Ты давно на этом серваке вообще, нет? Первый день, может, тоже сам. Мне нужен. Я создатель этого проекта. А, это ты ко мне на стрим, да, заходил, наверное? А, я к многим заходил. К Пенни. Пенни, да, было дело, забегал тебе. Вот. Ну, я вот, как обещал, захожу тут этот обзор делаю, видос Так, пишу. сейчас я найду тебе, погоди. Так, это не то опять. Вот это, по-моему, штаны.
Слушай, тут эти Да. военные базы, что-нибудь такое присутствует, нет? Или нет такого? Да, конечно, ты. Есть военные базы, да? Да, конечно, конечно. Угу. Ну я пару часиков поиграю сегодня, я видос обзорный там как бы Вон, запишу. забери, я тебе скину. А, это То есть и Фриц. батарейку, и майку. А Там, батарейка у меня, подожди, да, у меня давай. уже три батарейки уже. А, нет, Фонарик я еще нет. сам найти не могу, бля, бегают. Ну, я-то с ПНВшкой, я тебе могу ПНВ дать, если... Не, давай я без ПНВ пока побегаю, я это, чтобы Хочешь? А, полноценно окей. были такие ощущения. Мне же надо понять, то есть, как тут по луту, что-то как бы он не сильно спавнится пока что, я так понимаю. Так, а я же говорил тебе, что у нас Medium Plus, это приближенный к харду, то есть выживалка прям на максимуме. А, это вот что означает. Понятно Да, 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 тогда. да, да. То есть это не лайт, как вот у многих, да, вот, допустим, ты зашел и сразу в топ-шмот. Нет, здесь именно нужно выжить. Сегодня завезем еще несколько систем крафта, типа, ну, стрелы для арбалета, там, то есть болты, понял? А, ну я арбалет-то нашел, а вот теперь можно крафтить их Тебе будет стрелы начинать. на... Болты, мне стрелы-то зачем? Для арбалета болты Ну, нужны. болты, да, болты. Ну Да. да, Ну, я их стрелы скинец называю. есть. На, вот. Вот я здесь. О, все, спасибо. А вот ты что, не понял, штаны или майка, что я не пойму, шит. Не, Майка. штаны у меня есть. У меня же такие же штаны. Я нашел уже. А вот майку я забрал, за майку спасибо. А. А, теперь понятно. Я просто думаю, что такое, как бы, медиум плюс, еще что-то тут начало-то меньше. Ну, ясно. Ну, зомбаки, я так Лута понимаю, тут меньше, как бы не да. жесткие, там, как бы, в принципе, тягаемо с ними. А пока нет. Слушай, при открытии пока решили, что оставить ванильных зомбарей с технарем вместе. Вот. А кастомных потом завезем ближе к февралю. Ой, к марту. Извини, к марту. То есть сейчас мы пока на раскрутке оставили ванильных, ну, чтобы хоть как-то люди зашли, заинтересовались. Тут, видишь, в чем прикол? У нас болезни немножко переработаны. То есть не ванильные, то есть ванильные все остались те же, но они очень сильные. То есть если иммунитет ниже высокого, вылечиться невозможно. То есть нужно А тут постоянно витаминки же иммунитет этой шкалы нету, видишь, как понять, какой у тебя иммунитет? брать. Термометр, термометр. Так термометр это температура или что за иммунитет отвечает? Сейчас, погоди. Нет, он показывает. А, На, держи, то есть подними. здесь Смотри. термометр показывает иммунитет, да? Да, подними, я вот тебе скинул. Посмотри, папа. Все, сейчас замерю. А, иммунитет низкий, здоровье, кровь. А, понял, понял тогда. Все, спасибо, теперь понимаю, теперь. А, слушай, у меня кровь что-то не восстанавливается, вот хер, вниз все капает, капля. Че, тебя может подлечить? Подожди, а ты ж мне какие-то шприцы дал, это вот шприц с антителами к Это неизвестному вирусу. от зомби-вируса, это от зомби-вируса. А, мне бахнуть, наверное, его надо, А ты его не бахал? У тебя клякса, что ли, до сих пор? да? Ну я тетрик съел только. Не-не-не, Тетрик не поможет от зомби-вируса, только шприц. А, все, я понял тогда. Тебе... А, я в унку уебался. А вот она здесь что за хардовая. Хардовая хардень, блядь, получается. А, все, у меня клякса прошла, кстати. Вот, да, это зомби-вирус, то есть они, ну, очень сильные, так скажем. У А, тебя 5 ну я минут на то, понял. чтобы найти антитела и вколоть в себя. А, вот оно что. Ну, довольно интересно, в принципе. Необычно. Было, ну да. Да. Я видишь, как сделал лут, который нужен игрокам более высокого уровня, да, вот так скажем. Кто уже прокачанный по навыкам, кто уже на машинах катается. Я сюда заспавнил почти во все гаражи канистры, блядь. Блять. Ну а что-то я вот бегаю, блядь, Не, уже полтора часа, наверное, здесь и найти не могу. я тоже гаражи тут пробежал. Я только нашел заднюю дверь от УАЗика с колесом, а ни одной канистры я не видел. Значит, блядь, дверь заспавнил. Я понял, надо будет А найти, блядь, канистры я где не тут нахуй видел. канистры. Ну видишь, что прикол? Я играю как игрок обычный, со всеми вместе. Я админкой почти не пользуюсь. Я ей пользуюсь только когда, ну, нужно помочь игроку, когда именно жалоба от игрока прилетает, понял? Понятно, понятно. Так, так, Блять, так. заебал он еще секунду. Так, а ночь тут это сколько длится вообще?
Ну, ночь 40, 35, 45, где-то так, я не помню. От 30 до 45 минут, короче, ночь. А, понял. Длится. Нет. А Ну, это почему? чтобы, понял, чтобы люди могли отдыхать, там, сделать свои дела определенные. Ага. Рестарт каждые 3 Рестарт 3 часа, да? часа. Да, каждые 3 часа. Понятно. Все, начиная с нуля по Москве. Ну, стандартный, в принципе, рестарт. Ну да, это самый оптимальный вариант. Поток. Да. А, и по поводу машины, я же тебе говорил, сейчас. Ну, что там по поводу машины? Тебе УАЗик или камеру дать покататься? Не-не-не, мне ничего не надо пока давать. Я сейчас это пешком пока ношусь. Мне А, ну без окей. УАЗиков, без хаммеров там. Не, Это я просто не летаю здесь будет те 130 на ощущения. камере. Ну, смотри, вот у меня 900 слотов, блядь, у тебя лагает рядом со мной по FPS. А у меня FPS не отражается, я не это не вижу. У меня что-то Ага, не я работает понял. FPS, Ну, блин. у меня 900 слотов во мне и еще плюс 1000 в этом, в чемодане. Ну тут же стамина-то, видишь, она же тут получается минусуется стамина же от нагрузки, да, получается тоже. Нет, 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 А нет, нет. нет, а по-моему. Я пока не рис... я не рискнул это сделать. А, ясно тогда. Конечно, хотелось бы, но понимаешь, с моими вещами, которые на мне, ты бы Угу. уже 2 шага не прошел бы на шорте. Да понятно. Ты бы Как бы ходил вот так по-другому вот, как, знаешь, словам. на контроле просто пешком. Ну-ну-ну. Это То есть да. вот таким вот образом ты бы ходил здесь. Так, ладно, я, короче, побегу дальше просторы изучать. То мне надо еще это до трейдера добежать, посмотреть, что там, как механика, чего тут и. Ну и вообще посмотреть, что А, да как. трейдер здесь немножко переделанный. То есть, смотри, цены у трейдера показываются с правой стороны. То, что у тебя вещи есть в тебе, они Угу. показываются. То есть там процентная ставка. А с левой стороны это то, что можешь купить. И если там цена 0, значит ты это купить не сможешь. Потом я разберусь, То есть то, короче. что на тебе надето и навешено, то есть там стволы, там одежда на тебе, которая одета, это ты продать не сможешь. Она не отобразится. А то, что в руках и в инвентаре лежит, ты это продать сможешь. А, плюс ко всему, если вещь поврежденная, он по процентной ставке делает цену ниже по скупу. Ага. Торговля рассчитана на игроках, то есть игрок между игроком. Как это будет корреляция эти, значит, поношенности шмотки, понял. Слушай, а что за конвой место засекречено? Тут вообще конвой есть или это просто как? Конечно, конечно, А конечно. место засекречено, то Их есть это найти украшек. надо, да? Или я просто это Конвой, место еще да. не Но я открыл? сегодня переделал. Я переделал сегодня. Он будет писать, короче, в окрестностях такого-то города, то есть в окрестностях Вальдебора, в окрестностях Ага. Сен-Дебея и так далее. То есть где-то в определенном месте оно будет. То есть там 2-3 точки около города Понял. будет. Ага. Понял тогда, понял. А то, блин, место засекречено. То место засекречено, и Так что пойми, так. где это место вообще. Слушай, а здесь есть это отражение, кто на сервере, функция, ну, то есть кнопку, там, П как нажать, например, пати посмотреть. А, не, я убрал пати. Такого нету, да? Пати нет. Ну, ясненько. Пати мода нету. Нету. Я людям оставил метки, потому что очень сильно просили. Прямо вот, блядь, все почти просили. Там из 20 человек, которые в чате есть, человек 10, наверное, просил Нет, оставить метки на карте, чтобы можно метки было это сделать удобно, метку. да, кстати, это удобно хотя бы. Ну, тем более тут еще карта незнакомая, как бы, блин, это Черноруссия уже как бы изучил, понимаю, куда бегать, а тут все с нуля. А здесь Это очень много. будет Здесь еще удобно. подземелье очень. Это с этим как бы предстоит еще познакомиться, вот. Это все впереди у меня еще весь процесс этот. Ну, если заинтересует, то есть, ну, как я тебе говорил, если что, 24 на 7 в открытом тексте. Да у меня контакт уж есть там все, я свяжусь. Не, ну пока, в Вот, принципе, просто я тебе прикольно, и написать интересно. ничего не могу. А я не знаю, почему ты написать не можешь. Мне в ЛС обычно все Пока в друзья строчат. не добавят. А, в друзья не добавят. Ну, это не Да, да, проблема да. там добавить. Да, Ладно, нет, все, то есть я, короче, я тебе не побежал. написать ничего. Все, ладненько, Давай, давай, давай. если что, строчи. Окей. Да, так, я пошел тут. А, слушай, ты с какой стороны? Ну, я вот оттуда бежал, с противоположной, да. Ну, я где-то с берега там Пошел. резнулся. А, ты на военку не ходил, Сейчас я да? тебе. Нет, я до военки еще не бежал. Я, короче, возле Океанвиля, Фишерс Кэмп. У лагеря рыбаков я, короче, резнулся.
Ага, я Вот понял. оттуда Смотри, бежал. на карте, открой карту, внизу. Но. Вот Кэмп Игл, видишь, внизу, Да, слева Кэмп от нас. Игл, вижу, но. Там военка вроде как должна Ну вроде похоже на военку, да. Ну я, в принципе, быть, туда как бы но... и бежал сейчас через, да, а потом до трейдера. Сейчас я загляну, посмотрю, что там такое будет. Да, и вон зелененького дебила там облутай, может, в нем что-то есть Ну, лады, полезно. Но это лады. в химзе лежит. Ну я понял, я его аж первым завалил, этих двоих уже не успел, не осилил. Кстати, а я сюда его не спавнил, а откуда он пришел? Откуда-то пришел. Ну это ж вроде больничка, они возле больнички должны быть. Не-не, это даже не ванильный, это кастомный. Это мне, наверное, так повезло. Ясно, это уже технарь сделал, я понял. У меня просто технарь же здесь еще работает. Фильтр, короче, внутри. Зашибись, полезно тебе. Ладненько, давай удар. И тебе тоже удачки давай. Так, военка, значит, зеленый Eagle Camp. Ну-ка. Сейчас мы это оденем. Ну, раз не отнимается стамина, потому что мне почему-то показалось, что отнимается, потому что вон там чуть-чуть на кончике не хватает. Джинсовые шорты. Так, а вот теперь... Так, теперь зомби-вирус, понятно. Тут, короче, такое довольно... Блядь, все от сервера к серверу. Хард и хард, да? Кровь останавливается медленнее, здоровье. Тогда я буду знать, я, короче, этот шприц тогда с антителами. Слушай, ну еды, конечно, в принципе, вот тут хватает уже еды. Как бы, типа, попадается часто, расходуется она не сильно быстро. Расходуется не сильно быстро. А, кстати, у меня если иммунитет гумно, давай. Давай будем это. Его выравнивать. Набор для переливания. А, я ж там. А, это для сбора крови я находил набор. Да не стани ты, ебать. Опиздюлились, терпи теперь, все. Озвездюлились. Карго. Дерево выросло в куст. Сарай. А, вон полицай, кстати. Кстати. Чего это я?
раздолбленная полицейская тачка. Бокситка. Не знаю для чего, но возьму. Ну, точнее, я знаю для чего. Просто сейчас она мне для чего. О, вот такой флаг у нас на воротах висит. Флаг я возьму с целью того, чтобы посмотреть, сколько он денег стоит. Спайт лимонад. Давай выпьем. Стекловато. Просто на военку соваться, когда это... как... А, тут нельзя чисто купить. Здоровье не кровище, не густо. Подожди, а что-то это... Колонка впереди, кстати, будет. Запьем. За... Я ж водичку под... А, нет, я не потратил, кстати. Давай тогда водички выпьем. Блять, это... Это вода так плещется, я думаю, что за... Как будто, знаешь, как-то из недр, когда из глубин морских какая-то чудо-юдо, блять, выскакивает. Так, я уже колонку пробежал, получается. У меня по предчувствиям, да, что колонка была должна где-то здесь быть. А, вон она стоит, кстати. Что такое, типа, местечко, что для колонки самый раз. Я точно не в ту сторону смотрел. Третий флаг. Так, а чё у меня, кстати, этот 41%? В военной базе есть эта, кстати, колонка. Интересно. Это пух. Так, я же спички нашел, да, по-моему? Я нашел спички. Чуть-чуть тряпочка у меня есть. Если что, я флаг могу пустить. А знаешь-ка что, давай мы курочку пожарим.
пожарю-ка я удочку. Почему пенец? Зажарить. Жарим. Блин, ну кровище-то долго восстанавливается. Ух. Хотя вроде здоровье и кровь восстанавливаются с одной скоростью, ну по одной, одна, один штрих типа, да? Слушай, а почему у меня сейчас еда вверх ползет? Я что, типа, когда возле костра меньше жрать охота мне, что ли, или что? Понятно. Так, давай палку возьмем. Место пока много не занимает. А, я же тем более могу тебя вот сюда присандалить. Ладно, костер, я пошел дальше. Ты тут не скучай. Ну, восстановил столб. Место засекречено. Сапогов. Так, ну теперь я понял, мне то есть объяснили, что такое мод. Ультра там, медиум, хард плюс, что то как там его назвали, да? Это когда лута мало. Так, ну, я могу что сделать, какой вывод после часа игры, да? Прямо час уже игры прошел, что все-таки в рукопашку с зомбаками лучше не это. Не вступать. Так, о, у меня что-то.
Вот, слушай, от курицы, от филе курицы у меня от филинного куре. От филинного куре у меня еда. Еда, кстати, вот дошла до белой. Дошла до белой. От куриного филе. От филинного куре. Короче, там что правильно, сами решите. Ну, это приятно, конечно, это приятно, ничего не скажешь. И все-таки я жду, когда... Смотри-ка, я под берданку нашел себе патрики. Ты же знаешь, я сейчас тут что-то подумал такой, думаю, блин, такое местечко, что прям колонка должна здесь быть. Хуяк с колонкой, поняли. Так, если я вижу колонку, значит я стаживаю все водички еще. Стаживаем водички. Непонятно пока механика, то есть надо сидеть, чтобы кровь быстрее восстанавливалась, или все-таки бежать, да? Или это не влияет на то, что ты бежишь, сидишь там. Как бы кровь, она всегда будет восстанавливаться с одной скоростью. Я думаю, я разберусь. Так, ну 416 метров, пойдем на военку. Пошли на военку, ебать. Лет. А сколько в тебя можно стрелство сразу? Полуавтоматический режим. Ну, автоматического режима у арбалета нет, я вам хочу это сразу сказать. И было бы логично, да, то есть это не те арбалеты там, блять, из каких-то там блокбастеров, где он там, блядь, перезаряжается сам. Это стандартный арбалет. Без прицела, да? Без прицела. Ну как такой? Сюда, блять, у меня все рано радовался, я что думаю, типа, о, у меня от курицы там типа жрачка восстановилась. Ну, если что, я могу сюда запрыгнуть. Но пока что я не вижу, от кого мне сюда надо запрыгивать. Но арбалет у меня будет. А, вот, слышу. Слышу. Оружейные патроны.
Весьма. Ну, я с болт-то я должен назад хотя бы забрать, да? По логике-то, ёптать. Ой. А не. CR75. А это ИШ. 30%, причем, ну, возьмем тебя пока. Ну, и то без обоймы. То найдем. Почему раньше найдем обойму, под какой огнестрел? Церковь у нас же. А, 9.19. Я 45-й только нашел. 45-й не считаются. Ну-ка. Ну все, утро. Так, а. Во! Слоты добавились наконец-то. Так, ты на четверку, ты на двойку. Под церочку нашли патроны. Упорку найдем и сделаем этот и тот. А ну плюс еще надо какую-нибудь там будет сковородку еще нарыть. Плюс сковородка.
Бля, у меня уже здоровье. Белый крестик. Реально белый. А кровь? Бля, может кровь теперь только можно восстановить этим? Физраствором? Ну, как вариант. Потому что я не понимаю, какого хера она так долго не восстанавливается. Это я нахожу. Обоймочки я нахожу. Просторов для лутания до хера. Это типа мод там, да? Срезано, урезано, порезано. О, слушай, у меня кровь желтая стала. Нет, все-таки восстанавливается она. Только в два раза медленнее здоровье. Сколько это времени прошло? Это минут 30, 30, 30 прошло, у меня восстановилась одна кровинушки. Короче, ценность из раствора в данном случае тут прям огромная. Что за такой стра...
Это он там какие-то звуки издает, блядь, типа. Он такие звуки издает. Блин, ну вот с этими обыскивалками нагнетает, конечно. Так, я что-то уже и забыл, что я тут. О! Кстати, вот это вот сразу. Вот это вот сразу съедим. Что, во-первых, надо покушать. Во-вторых, местечко освободим. Так, здесь я лутал казарму, тут я был. Мимо. А у меня не осталось патрона. Ну все тогда. Тогда только мне осталось рукопашное. Что они бьют, это хуёво. То, что они бьют, это плохо. Это типа опять второй арбалет. Давай возьмем. Так это типа на продажу пойдет. Тут открыть ничего нельзя. Чухан носится. Смотри, чухан носится. Оп. Чухан, для тебя тут есть место. Оп. Блять, у вас тут два. У вас тут два чухана. Или у вас тут три, я что-то понять не могу. Сколько у вас тут? А, у вас тут два, слушай, точно. У вас тут двое чуханов. Блять, ну зайдете вы сюда, нет? Идите нахуй, короче. С вами там, блядь, страдать, мучиться. Тут кошмар. Блять, вали, 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 вали. Ну нахуй, сейчас мне пизда будет. Это зомби-вирус я опять, да, подцепил? Заебись, блядь.
Так, это больничка, да? Типа. ТЗ попробуем найти тут. Жратва на нуле и кровь расходуется, да. Так, ну я тут не выживу по-любому. По-любому тут не выживу. Это следующее. Что я делаю? Оп. Стартанем с этого. Возродить пользователь. Я пойду пока воды себе налью. Погрузимся мы тут. Блин, надо было, знаете, что сделать? Что надо было мне сделать? А, рестарт через 30 минут, короче, написали. Что мне сделать? Мне надо было поставить метку. Ну, я, в принципе, так-то помню, где я сдох. Самоубийство сделал, да? То есть, вот я тут добегу. Я на лагерь. Так, а только где я сейчас нахожусь? А, я снова здесь, да? А, у меня маркер как бы стоит. Сколько это? Ну, 2,5 километра, походу. За 30 минут я добегу. Такой бравый парень, как я, за 30 минут. Дай мне тут добежать. Я снова в том же месте. Лутаться я тут не буду, потому что... А, мне просто даже интересно посмотреть сейчас, а... Сколько там... Конвой около места засекреченного уничтожен. Интересно. Кто же мог в засекреченном месте уничтожить конвой?
такие, знаете, смешанные такие чувства сейчас. И думаешь, ну пипец, блядь, жестянка. А с другой стороны, прям интересно. То есть это как бы проверяет. Игра проверяет тебя на прочность. То есть вроде это и не PvP сервер, да, то есть, а зомби вроде не жесткие. Но вот этот вот сраный вирус, который прям. Он просто сраный вирус. Просто тебя уничтожает. Ну чё, я сейчас добегу до шмоток. Полкилометра пробежал из 2,5. У меня там есть налобный фонарик, тем более. Ну, в этой части мне, по крайней мере, надо до трейдера добежать. Хотя бы добежать до трейдера в этой части. Сейчас я засеку, кстати, сколько я на фул стамине пробегаю. То книжку с навыками об этом не хочется терять. Так, я в 540 было метров, 540 40 и 70, где-то 170 метров на фулл стамине он пробегает. Слушай, я знаешь, что я сейчас понял, что я ни в один толчок еще здесь не заглянул. И вот у меня попался первый толчок на сервере. Кроме ничего нет. Зато я заглянул сюда хотя бы. Это ведь самое интересное, заглядывать в толчок. Я начинаю замерзать. А темнеет довольно быстро, кстати. Слушай, темнеет довольно быстро, прям так. Это у меня. Я был в госпитале на последнем этаже, по-моему. Или на лестничной площадке. Короче, я где-то там был. Блять, плыть, 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 плыть. Только не плыть, только не плыть. Я думаю, я переплыву быстрее, чем вон там место туда. Бля, я, наверное, добегу быстрее, чем переплыву и крюк обратно сделаю. Не, нихуя не побегу, я поплыву. Сейчас мы проверим, кстати, а можно ли заболеть от переохлаждения. Вот что мы проверим. Что тут делать с переохлаждением?
что здоровье идет вниз. Это нормально, в принципе, это нормально, это стандартно. Этим нас не удивить. Ну не знаю, судя по тому, как быстро темнеет, ночь не должна здесь полчаса длиться. Ночь должна быть короче. Самое херовое, что я теперь зомбаков не увижу в темноте. Шмотки мне забрать надо. Че, я вообще ничего не вижу. Я не знаю, как у вас там что будет. Там военная база будет освещаться как-то. Так, но мне нужно в это высокое здание. Так, я его. А, жрать захотел. А, блять, у меня же банку-то открыть нечем. Так, эту-то я нашел, теперь осталось найти дырку в соборе, блядь.
Так. А, блядь, ты в руках ее держишь. Другой расцветки какой-то арбалет. А, у меня есть перчатки. Поинтереснее эти выкинуть. Средний баллон это сюда, 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 сюда. Средство для дезинфекции. Где у меня? Сюда. 4 1 2, а остальное так, ты 56 45. У кого воды есть, это все, это все. Так, витаминку давай съедим. Угу. Все, оставайся тут. Ну-ка, давай я тебя для прикола обыщу. Как-то он его долго обыскивает. Что ничего нету у меня. Фу, куда нет. Так, еды, 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 еды у меня больше нет. Да? Сервер же старт через 15 минут.
за херня зеленая горит? Что это такое? Блин, свет чей-то. Это прям этаж, это прям чудник. Слушай, что это такое зеленое, блядь? Ну, у меня, чтобы такое зеленое не было, у меня как бы есть подозрение, что в этой зеленой жижу лучше не соваться. Проверять я не буду. Проверять я не буду, я просто соваться в эту жижу не буду. Так, нам надо будет. А, мне надо на дорогу вот сюда. Дорогу как-то выбежать, да? Так, а на дорогу. Бля, давай маркер сюда. Это утечка, скорее всего, каких-то там газов химических, не химических, радиоактивных, не радиоактивных, хер их знает. Хер их знает, хер их поймет. Поэтому без соответствующего оборудования коим фильтра противогаза не является, я туда не полезу. Ну что? О, КПХ. Может, на КППхе кто-нибудь автоматика ставит? Нет? Никто? Никто? А, я в обратку побежал. В принципе, это ж логично, да, что я в обратку побежал, потому что... Потому что... Традиционно за спиной. Так, 3 километра я пробежал на желтом яблоке, 2,5 да, километра. Это, конечно, хорошо, что вот так вот стамина хотя бы заканчивается. Вот у меня почему-то не зарядил. У меня аж 1 болт был. Ебать, этот бы 1 болт там зарешал бы капец как.
не сдох. Будь у меня этот один болт в арбалете. Думаю, до трейдера успею до рестарта добраться. А получается, что до рестарта я не успеваю до трейдера добраться. До рестарта буду добираться. А это что, химка, что ли, там? Идите. А это что, тоже военная какая-то застава или что, блин? Как бы так диковинку, конечно, все. Просто перекрыто. Там, если какая-то палатка военная есть. А хозяева поблизости ходят, нет, интересно? Поблизости это вообще ни о чем не говорит. Проволока отцеплена, все. Camp Eagle. Смотри, Airfield это тоже. Ну это Airfield. Смотри, еще. Вот, скорее всего, крупная какая-то военка, да, вот это вот. Paris Island. Она как раз после трейдера. Ну, смотри, уже светает. Ну, светает, да, серьезно, потому что... что хоть админ и сказал, типа, минут 30-40 длится ночь, но это не так. Сколько она вот? 25 минут. Я не засек, во сколько ночь, кстати, началась. Может, реально минут 30 она и длится. В этой серии до торговца я обязательно добегу, посмотрю там что и как, что как да и как. Можно тогда отключить тебя. Темновато, но что уже видно деревья. Вода нам не страшна, ибо мы не на машине. Так вот. Нахер тут тетрик тогда? Болезни, если такие. Жесткие, блядь, тетрик не помогает. От чего тогда тетрациклин? От зомби-вируса только помогает укол.
Надо еще проверить этот, на как на агр зомби, ну на звук агрятся. Уже где светло, так еще луну видно. Вышка. Из хищников пока я никого не встретил. Но это, наверное, хорошо. Это, наверное, хорошо, что из хищников я пока никого не встретил. Потому что топориком и битой от них отбиваться было бы прям... Было бы прям жестко. Жестко. Так, пока так. Капец, как жестко было подбиваться от них. И арбалетом с одной стрелой, да? Как я и говорил ранее, по прошествии уже 2 часов на сервере, двоякие такие эти чувства. Одно чувство такое, что лута мало, ну как бы непривычно, да, то есть ты заглядываешь в палатку, а да нет. Вот, как бы ожидание, ну что, пишешь. Все-таки привыкаешь, да, то есть если ты куда-то заглядываешь, чтобы лут был, еще что-то, вот, из этого. Это, наверное, будет самое вот такое, ну, как по мне, что лута мало. Вот самое, как по мне, такое маленечко такое себе. А с другой стороны, если это сервер рассчитан на выживание, именно на выживание, то есть не PvP-шный, PvE-шный, да, то есть надо искать, находить, бегать, что-то изучать там, да, вот это все, то есть, ну, это правильно, с другой стороны, что лута мало. Это правильно, конечно же. И к этому нужно только привыкнуть. К этому нужно всего лишь на все привыкнуть, и все. То лута здесь мало. Как в свою очередь на Тенементе я привыкал к его особенностям. Что там зомби прочнее. Что по ваншоту их, по стелсу их не ваншотнешь. Так и тут надо привыкать просто к тому, что мало лута, что жесткие болезни. Это то, с чем я сейчас столкнулся. Второй момент. Безусловно, огромный плюс – это новая карта. Это изучение новой карты. Стройка какая-то будет тут. Совсем другая, интересная, да? Так, давай мы только не позанимся. Что, давай как мы к вышке сбегаем. То есть, это, я так понимаю, до вышки это небольшой крюк получается. До трейдера, да, то есть вроде это все вода. Такие эти островные участки, конечно. Хочешь плыви, хочешь не плыви, да, то есть, ну, пешком, конечно, ты хоп-хоп тут переплыл, там перешел, а если ты на тачке, то уж извиняй, только по дороге.
Разгромил домик. Блин, либо к антенне, либо к трейдеру, да? Ага, вариант с красными яблоками. Или туда, или туда. Или туды. Или туды. Блин, ну я по любасу. Да я вот так вот за антенны. Что тут? Давай. К антенне. Сгоняем. Блин, у меня в арбалете один болт есть. Помнит, бояться. Вот интересно, военка или просто это, блядь, башня останкинская? Что? А вон там что такое жил? А, это поля. Поля, я думал, это. Типа какие-то ангары медицинские. А, это просто башня останкинская. Вот у тебя есть. Я надеюсь, не зря я сюда бежал. Слушай, есть вход, да? И что тут можно найти? Бля, ну давай залезем, уж прибежал, залезем, потратим пару минут еще. Я уверен, конечно, что я здесь ни хера не найду, потому что я на таких башнях ни хера не находил и на серваках, где лута до бубени. А это вообще где я нахожусь? Слушай, там. А, это вот аэрофилд видно. Аэропорт видно. Все, тут нету никого. Нет. Только не пизданись сейчас. Карабкаться. Почему вскарабкаться, а не спуститься? Наверх карабкаться, а не спускаться. Ну что, сбегаем потом в аэропорт после трейдера. Но это уже будет в следующей серии. Сегодня я сейчас добегу до трейдера. Посмотрю из тех вещей, которые у меня есть, вообще, что можно продать, насколько это можно продать. И можно ли, самое главное, будет на те деньги, которые я выручу, и еды и просто пожрать. Я еще ни на одном сервере себе жратву на старте не покупал.
Но хотя, с другой стороны, даже вспомнить этот сервер Lastdown, где мы поначалу там, блядь, и помирали без еды, без воды. Потом все нормально. И еда, и вода, ну, конечно, нашлась. Блядь, я пиздец, конечно. Гений. Не знаю, может вообще в дома может заглядывать. Что они тут уже на распашку. Их вообще не надо заглядывать. Шины, так есть не какие есть хаммер. Газик 66, да? Что-то далеко они как-то стоят тут. По правилам нельзя ближе там 300 метров или скольки ставить. Вы нашли безопасную зону 300 метров, да, до трейдера 280. А чё, в безопасной зоне стамина не расходовалась тогда? Отлично было. В опасной зоне у меня перестало уменьшаться это с ХП. Да ладно, блядь, и здесь что ли это хуета играет? Она меня уже достала, блядь, на всех серверах. Когда ж тебя отключат-то, блядь? А чё зелёный такой? Что такое? Со второго раза открыл. Так, ты торговля. Куртка военнослужащего. Так. Типа этим товаром нельзя торговать, но я его за 100 монет-то продал. Очки. А, по нулям это значит, типа его купить нельзя там, да? Хинза тут. Ладно, это шляпа. Точнее, это не шляпа, это... Не про это речь. Тысяч монет. А, Иванушки, руки вверх. А, это, наверное, кассеты, какие присутствуют, да? Мафон 2500. В принципе, что, недорого, да? Люба, Аква, Бумер, Серега, Иванушки, руки вверх, Линкин Парк, Тарху, Бас, Волк, Хан, Стен Радио какой-то еще. О, сковорода.
Давай купим ее. Ха-ха. Нельзя, да? Я думал, систему сейчас обманывает. По нулям. То есть это нельзя купить. С игроками ПНВ купить нельзя. Ладно, я... Так, давай мы... А, они типа... У вас тут двойные какие-то, что ли, двери? Или что? Что-то понять не могу. Консум, трейдер. Что ты продаешь, консум? То есть ты... Слушай, а что такие... А почему такие пустые бутыльки? Они такие дорогие. То есть они, наверное, для чего-то нужны будут. Да? То есть они, наверное, для чего-то будут нужны. А для чего непонятно, что такое. Шприц. А, стоп. У меня... В смысле, у меня что, есть шприц? С антителами к... Прикольно, блять, у меня тут шприц, оказывается, есть с антителами к неизвестному вирусу. А я... Стоп, блядь. Так, а еду, да, блядь, кто-нибудь где-нибудь продает тут? Или я чё, блядь, сюда зря бежал? Машины. Нормально, чё? Сколько канистр стоит? 35 тысяч. Ладно, это не то. Почему я не смог продать, кстати, оружие? То есть, ну, насколько я знаю, здесь один трейдер. А что с этими дверьми-то не так, блин? А тут еще трейдер какой-то вот есть, смотри. Attachments трейдер. Флаги. 1000 за флаг профи. Дается. Продадим, давай, продать. Колючку я тоже продам, потому что она мне не нужна. А, он, кстати, и оружие. Ой, как он дешево оружие-то покупает. Дешево покупает оружие. Так, Weapon. Мили. Это что такое? Электро. Так, показать все. Золотой с рисунком, револьвер. Ага. Видите, как ничего нельзя, походу, да? Подожди, а что ты? Сучара, арбалет не хочешь покупать? Чё, ты не хочешь арбалет покупать? Ладно, ребят, знаете, что сделаем? Давайте мы вот сейчас на этом остановимся, да? Пока что, чё, ну... Один раз сдох. Сейчас я на голоде. И надо думать, что делать дальше. Вот. А в следующей серии продолжим обозревать, что у нас и как.